Веймаранер – это порода собак, разводимая специально для охоты. Они изначально развивались в Германии как универсальные охотничьи собаки. Веймаранеры обладают мощной мускулатурой, быстрым бегом и прекрасным обонянием, что делает их идеальными для охоты на различные виды дичи. Однако, лучший выбор дичи для охоты веймаранера зависит от множества факторов, таких как местоположение охоты, сезон, требования охотника и опыт собаки. Веймаранеры могут быть эффективными охотниками на различных птиц, таких как фазаны, куропатки, утки и гуси. Также могут охотиться на зверей, таких как кролики, зайцы, лисы и косули. Они используют свое обоняние и быстроту, чтобы преследовать зверя и держать его на виду. Веймаранеры также могут использоваться для охоты на дикого кабана, хотя это более сложный и опасный вид охоты. Они должны быть хорошо обучены и иметь определенные навыки, чтобы охотиться на такого мощного и агрессивного зверя.